Укоранение новых методик диагностики и лечения, доследования у сферы радиоэкологии лесу и живел. После Чернобыльской катастрофы у Беларуси возникли новые науковые накерунки. Чем занимаются специалисты на забрудженных территориях и что сегодня пропонуют медики у буйных науково-практичных центрах, потекавился Олег Сентеров. Сегодня 30-километровая зона отчужения. Это перезачет отдельные вёски и напауразборные, некоторые жилые дома. Правда, называть их совсем уже пустующими часто нельзя. Ранее в таких будинках можно было встретить диков. Зараз у них селится риси. По сути, природа без человека вертается до своих вытоков. На территории Полесского державного радиационно-экологического заповедника заборонено поливание и любая господарская деятельность. А тому сегодня тут можно убачить живёл и птушек, занесенных у Червоную книгу. Правда, только назиранием у заповедников не обмежевывается. Зараз тут працует 42 науковые работники, которые ведут исследования по самых разных накерунках. Направлений достаточно много. У нас три отдела и две лаборатории, которые занимаются вот в рамках своей специфики. Вот. Основные исследования, которые мы сейчас проводим, это, конечно, в области, скажем, радиоэкологии животных, радиоэкологии леса, вот, а также с организацией новой лаборатории уже в направлении дозиметрии. У Республиканском науково-практичном центре радиационной медицины и экологии человека чернобыльская тематика пазовая вага не застается так само. У свой час эта установа была створена для лечения жихаров потерпелых территорий. Сегодня тут не только постоянно удосконаливают технологии оказания медицинской допомоги, а и занимаются науковыми исследованиями. Державная программа по переодолению наступств катастрофы на ЧАЭС, Республиканская программа науковых исследований, фундаментальные и прикладные науки медицины, региональная науково-техническая программа, инновационное развитие Гомельской области. У рамках этих программ у центра планируют не только распространять новые методики оказания допомоги, але и заработать докладный прогноз колькости выпадков злоякостных новоутворений на период до 2030 года. Только за 2018 год в нашем учреждении осуществлялось 11 научно-исследовательских работ по проблематике последствий катастрофы на ЧАЭС. В том числе 4 задания осуществлялось в рамках государственной программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. В прошлом году утверждено 15 патентов на изобретение и на полезную модель. Было внедрено более 200 новых методик диагностики и лечения. Выники проводимых доследований не заявляются закрытыми, а тому сегодня ими користаются не только в Беларуси, а и бодай наибольш запатрабованными – они оказались у Японии. После аварии на Фукусиме науковцы с этой страны на Гомельщину приезжают постоянно. Передали весь свой багаж опыта и в плане оздоровления, и в плане реабилитации пострадавших территорий. Вот. Мы надеемся, что наша, скажем так, наша информация, наш опыт помог Японии. И, безусловно, до сих пор приезжают представители Японии и, скажем так, работы с нашими учеными для преодоления последствий уже на их территориях. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».